А вот другим одесситам, оказавшимся в похожей ситуации, повезло. Новый дом для пострадавших жильцов. На Молдаванке завершили ликвидацию последствий урагана, который обрушился на Одессу в конце февраля. Часть жилого здания на Рязовской отстраивали более 2,5 месяцев. Были достаточно серьезные это последствия. Переселяли женщину, которая жила на втором этаже. На сегодняшний день силами ЖКС, это Порто-Франковской, выполнены все ремонтные работы. Сейчас и не верится, что еще 2,5 месяца назад это здание сильно пострадало в результате разбушевавшегося урагана. Тогда огромное дерево едва ли не полностью разрушило эту пристройку, заблокировав внутри 63-летнюю женщину. За это время рабочим удалось восстановить здание. Осталось лишь пара маленьких штрихов. И жильцы наконец-то смогли вернуться домой. Ну, они делают за свой счет, а с меня денег не берут. Вот красиво, мальчики проходит, начальник проходит, так продирается, так вот, вот это почему не белое, а это почему желтое, ругает. Вчера был начальник, хочу, чтобы мне закрасили там, вот эту стенку, она серая, видите, и потолок, чтобы он мне немножко, он разрешил, вот этот мальчик сказал, да, немножко оставим там, потерпите чуть-чуть. У соседей Натальи также восстановили разрушенную стену. Остальной ремонт уже за их счет. Напомню, 24 февраля ураган Юлия едва не лишил крова владельцев жилого дома на Рязовской, 33. Основной удар приняли на себя веранда и кухня старого здания. Упавшее дерево полностью проломило крышу и зацепило соседние квартиры. 63-летнюю пенсионерку бесплатно поместили в санаторий. Еще некоторое время она провела в центре реинтеграции бездомных. Было лечение хорошее, отношение было хорошее. Я 4 раза кормили. Было все хорошо, нормально.